Сегодня мне бы хотелось порекомендовать тебе лучшего продавца монет Диму Тарасова. Самые низкие цены, гарантия от бана, все это ты можешь найти именно у него. Также по промокоду SUGAR ты можешь получить 10% скидку. Ну а ссылочка будет, как всегда, в описании. Лучшие комментарии попадут в следующий ролик. Ну хотя бы один забил, и то смотрите, как он прыгнул. Братишки, кажется, я еще поторопился с лучшим голом за этот год, ведь я забил такую бомбу от девятки. Си! Опять волкаут. И кто будет внутри? Да ладно! Два! Два! Да что происходит? Франция! Да ладно! Да ладно! Да! 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 Мапе! 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 Ты что? Ну все, ребят. Кто тут царь фифы? Да мне все равно, кто что вытащил. Два синих за этот раунд и это... Не может быть! Что происходит? Офигеть! Так, ладно, мы на нем к нему вернемся еще потом. Сайднетинг, самый детский, такая пушка. Ну, я здесь, конечно, да, у меня были шансы затащить этот удар 100%. Ну, давай, покажи, кто это, кто это. Блин, вы серьезно? Это невозможно. Вы... Нет, это пранк. Это пранк. Обалдеть. Yes! Первый раунд есть. И я лидирую. А вы сомневались? Я сам сомневался. Это лагерь. Но это на самом деле вы понимаете, что это рандом. No chance. Без шансов! Давай ей! Ты можешь? Не можешь! Осталось 5 пагов. Еще 40 очков. Хорошо, единичка есть, но хотя бы второго футболиста мы тоже поймали. Покажи мне Хорватию! Домой! И не надо его покупать, знаете, прямо перед записью у меня рука дрожала, думал, давайте купим. Ну, что делать, давайте купим. Нет! Я знал, я чувствовал, что он может выпасть. И сюда, Модрич! Да! Короче, Алина очень хочет поймать Салаха, я понял. Я верю в таких вот начинающих. Всё, расходимся? Ну блин, всё. Всем пока. Мне придется делать что-то с Вала. Сами. Ну я этому мы даже рад. Сделать. Слушай, офигенно. Как макароны. Мы поймали Суареза и Роналду. И это только начало опенинга. Ребят, все по-честному, не фейк. Ух, тут еще и Миранчук. Вообще идеальный пак Роналду есть. Вот такие паки мне, мать его, нравятся. То тебе сейчас нужно будет записать сторис Гене Миллеру. Я изначально вообще хотел, чтобы ты ему позвонил. Но ведь мы хотим, чтобы человек не понял. Если ты ему позвонишь, друг, он сразу догадается. Поэтому сторис это более реалистично. Ну и что мне ему сказать? Ты ведь очень много в последнее время говоришь о том, как ты тренируешься. Я в последнее время очень много тренируюсь. Ты прям записываешь ему сторис, типа, я так круто натренировался, повышаю свой скилл. Мне кажется, что в новом сезоне фуферов мы с Коли Лакером будем просто офигенной командой, бро. Давай, заявляй нас, мы всех порвем. Все догадаются, что я на поле, кстати, это очень просто. Ну как раз, типа, что ты сейчас напотренировался, что ты готовишься к сезону фуферов. Закончил тренировочку на поле, неплохо поработал над ударами и надеюсь, в скором времени мы вместе с Лакером, Лаки не он, ворвется в фуферы. Гена Миллер давно нас не зовет, потому что боится, но мы-то его порвем. Хорошо, хорошо. Пишешь еще, ну что, Гена Миллер, готов к сезону? Да. Похоже на правду вполне. Выкладывать? Все, выкладываем? Да. Давай, раз, два,
Готово, все, бро, супер!